Приветствую вас, и поскольку информации вы дали достаточно мало, то можно сказать так. Для начала стоит в обязательном порядке проанализировать проблемы, причины, обстоятельства, которые привели к тому, что вы остались вашим любимым человеком. Анализ проблем позволит вам извлечь опыт из этих ситуаций и изменить свое поведение так, чтобы исключить вероятность повторения этих же самых обстоятельств. Далее, если вы уже в течение месяца не общались, то можно попробовать начать дружеское общение просто как, как не совсем чужие люди. Начав и поддерживая дружеское общение, вы получите возможность взаимодействовать с любимым человеком, и тем самым у вас появится возможность почувствовать его настроение и обсудить проблемы, а также показать ему, что вы изменились. Именно так можно вернуть вашего любимого человека. Но это, к сожалению, слишком общие рекомендации, а более подробно можно вам что-то порекомендовать лишь после того, как вы более развернуто опишите вашу проблему, тем самым поможете и себе, и вашему молодому человеку, который, безусловно, тоже страдает и мучается без вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам